Здравствуйте. Симптомы простуды, кашель и насморк могут приключиться в любой сезон, в любое время года, неважно, лето, зима, там идет дождь, снег или наоборот ярко светит солнце. Никто не застрахован от простудных заболеваний. И для того, чтобы вовремя справиться с этими симптомами, предлагаем вам серию «Благосбор», полностью на натуральной основе капсулки, которые помогут и при кашле, и при различных симптомах простуды. Вот в такой упаковочке идет благосбор при кашле, першении в горле и затрудненном дыхании. Можно рекомендовать его при сухом кашле для того, чтобы уменьшить першение, раздражение, сухость и частоту приступов кашля. При влажном кашле, для того, чтобы вывести мокроту из бронхов и легких. Если мокрота густая и плохо отходит, благосбор поможет ее разжижить и облегчит выведение. Поможет благосбор снять застойные процессы, воспалительные процессы, уменьшит отечность, облегчит дыхание за счет того, что будет расслаблять бронхи. И поможет уменьшить частоту приступов кашля. Кашель станет более продуктивным, менее навязчивым и облегчится дыхание. Принимать благосбор при кашле, першении в горле и затрудненном дыхании можно при любых заболеваниях бронхолегочной системы. Благосбор при переохлаждении, слабости и недомогании можно использовать при ослабленном иммунитете. Такой сбор поможет восстановить и поддержать общий иммунитет, поможет простимулировать выработку всех клеток иммунной защиты, это и макрофаги, и лимфоциты, и лейкоциты, и многие другие, создаст местный иммунитет и укрепит его в носоглотке и в верхних дыхательных путях. То есть, принимая такой благосбор, возникает защита, которая на слизистых оболочках, которая не позволяет вирусам и бактериям через слизистую проникать в кровь. Он, скажем так, уничтожает возбудителей непосредственно на слизистой оболочке, помогает снять воспалительные процессы. И если вдруг какие-то все-таки микробы смогли проникнуть в кровь, поможет снять первые симптомы простуды. Благосбор при переохлаждении, слабости и недомогании рекомендуется принимать, если у вас слабый иммунитет и вы часто подвержены простудным заболеваниям, в период сезонных вспышек, простуды, гриппа, либо каких-то других инфекционных заболеваний, неважно, вирусные или бактериальные, если вам приходится контактировать с заболевшими людьми, если появились первые симптомы простуды, либо на фоне переохлаждения вы чувствуете то состояние, когда вот-вот заболеете. Самое время принять такой благосбор, чтобы не допустить развития заболевания. Если все же иммунитет дал сбой, либо заболевание развивается достаточно быстро и первые симптомы простуды уже ярко проявлены, принимайте благосбор при повышении температуры, ознобе и ломоте в суставах. Такой благосбор поможет справиться с воспалительными процессами, поможет снизить температуру тела за счет того, что усилит потоотделение. Соответственно, с потом будут выходить вирусные и бактериальные токсины. Уменьшится ломота в теле, уменьшится боль в суставах и костях, перестанет тянуть мышцы, облегчится головная боль. Благосбор поможет нормализовать дыхание носом и снимет заложенность в груди. Такой благосбор рекомендуется принимать, если симптомы простуды уже достаточно яркие, высокая температура тела, озноб, ломота, головная боль, плохое самочувствие. Если возник такой диагноз, как ОРЗ, ОРВИ, грипп, либо какие-то другие инфекционные заболевания, которые связаны с повышением температуры тела. Если беспокоит боль в горле, заложенность носа, ангина и так далее. То есть любые симптомы простуды, либо острого воспаления в организме. Натуральная серия «Благосбор» обязательно должна быть в аптечке в каждом доме для того, чтобы своевременно справиться с симптомами кашля и простуды. Принимайте «Благосбор» и будьте здоровы! До свидания!